16 сентября в спортивном зале школы номер 7 состоялся зональный этап спартакиады работников образования. Наш район выступил принимающей стороной. Соревнования республиканского уровня становятся уже традиционными на Зайнской земле. Зайнский район выбран не случайно, потому что у нас очень хорошо развита спортивная инфраструктура. У нас есть опыт принятия таких соревнований. Поэтому Зайнск был выбран в числе проведения зонального этапа. В соревнованиях принимали участие команды из 8 районов республики. На Зайнской команде – директора городских и сельских школ. С напутственным словом участником соревнований выступил руководитель исполнительного комитета Ильнар Хафизов. Сегодня очень это трудная профессия, очень ответственная профессия. От нашей работы зависит будущее нашей республики и будущее нашей страны. В ходе соревнований зайцевская команда показала яркую игру. Результаты со всеми командами уходили далеко вперед. В итоге в финальной игре наша команда встретилась с командой Азнакаева. С разгромным счетом 6-0 наши вышли в финал. Уже в финальной игре за право победителя спартакиады команда Зайнска встретится с командой Министерства образования Республики Татарстан.